Так, друзья, всем привет, с вами Косян Дмитрий. Сегодня в Заполярном, 31 июля. Вот Заполярная вывеска. Остановлюсь даже. Видно? Видно. Короче, туман, трындец. Ну, дорога суперская вообще, как бы от Мурманска до Заполярного. Все классно. В районе Титовки там туман, ни хрена не видать. А так все отлично. Тут тоже, видите, туманчик есть, но не такой сильный. А в районе Титовочки так прям пришлось там местами километров 60 ехать, наверное. А так, дорога, как говорится, хоть яйца катай. Кому интересно, приезжайте, катайтесь, соблюдайте правила дорожного движения. Дорожка хорошая, но превышать не стоит. Все, Мурманск, 149 километров, едем. Спутник проезжал тоже, ребят, там туманище ужасный. Не знаю, может, низине или река рядом просто. 19 километр тоже сильный туман. Так что как-то так. Все, всем удачки, всем пока.